Funpay.ru – первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более 3000 приложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Всем привет, с вами Штейн, и это очередные вести халявы и ништяков в мире Elder Scrolls Online. И в самое ближайшее время нас ждут бесплатная неделя игры на всех платформах и большая скидка на некоторые издания в честь 25-летия серии свитков, а также возможность бесплатно получить симпатичного питомца за просмотр стрима разработчиков. Поехали по порядку! Итак, с 28 марта по 3 апреля Elder Scrolls Online будет доступен всем желающим и на всех основных платформах абсолютно бесплатно. Для регистрации аккаунтов разработчиками создана специальная страница, ссылочка на которую, разумеется, будет в описании. Переходим, выбираем платформу, регистрируемся, качаем клиент и пробуем ESO на вкус. Для ознакомления, к слову, будет доступна вся основная игра и глава Morrowind. Контента более чем достаточно, чтобы зависнуть, и уж тем более для того, чтобы составить себе впечатление и понять, ваше оно или нет. Так что если вы все еще в раздумьях, брать игру или нет, смело качайте и пробуйте. К тому же аккаунты и весь ваш прогресс после бесплатной недели никуда не пропадут. И в дальнейшем вы сможете в любой момент продолжить игру, оплатив любой из пакетов. И да, именно поэтому при регистрации хорошо подумайте и не вводите имя аккаунта наобум. Вам с этой абракадаброй, возможно, еще играть и играть. А ведь именно по имени аккаунта происходит большинство операций в игре, да и просто запоминание друг друга в комьюнити. Ибо персонажей у всех много, а аккаунт обычно один. Ну и да, конечно же, нельзя забывать и нас, старичков. Ребята, самое время создавать личные гильдейские банки. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. Ну а мы едем дальше. Под прикрытием юбилея и бесплатной недели, разработчики снова набивают норму по продажам игры, делая скидки на ходовые варианты. Ну а нам, в принципе, только того и надо. Прямо сейчас и до 9 апреля базовая версия игры с Морровиндом в комплекте продается за половину цены и обойдется вам всего в 400 рублей. Также до 3 апреля на 40% похудел Саммерсет апгрейд, и ценник ему сейчас 659 рублей. А значит, это то, что сейчас всего за 1000 с небольшим вы можете получить основную игру и две огромные главы, что весьма выгодно. Правда, только при том условии, что вы пока не смотрите в сторону выходящего 4 июня Эльсвейра. Ибо прибавив 1500 за его апгрейд, мы как раз получим ту цену, которую разработчики сейчас хотят за полный комплект. В любом случае, рассрочка выходит неплохая, берите пока горячо. Ну и напоследок немного халявы для любителей стримов и пушистых прицепов в игре. 29 и 30 марта, в ближайшие пятницу и субботу, пройдут два стрима от разработчиков, посвященных Эльсвейру. И для всех зрителей приготовлены классические подарки. Кронные ящики и декоративный питомец, котенок Сенч-Леопарда, которого гарантированно получат все авторизованные зрители с привязанными учетными записями. О том, как это делать, я уже много раз говорил, и освежить воспоминания можно, например, вот тут. Переходите, вспоминайте. Первый часовой стрим начнется в пятницу в 1:30 ночи по Москве, а второй в субботу в 22:30. И надеюсь, я правильно перевел время, ибо эти конвертеры меня когда-нибудь сведут в могилу. Кстати, ящики обещают дать по одному за стрим, а вот с питомцем я точно не уверен, хватит ли одного просмотра. Так что рекомендую заглянуть на обе трансляции. Благо, точно будет интересно. Ну и да, консольщикам, как всегда, лафа. Для получения пета вам просто нужно зайти в игру хотя бы один раз в субботу 30 марта. Ну и на всякий случай убейте одного моба, мало ли как оно там считается. В общем, как-то так. Нас снова ждут переполненные стартовые локации, неплохие скидки и интересности от разработчиков.
И на этой халявной ноте у меня на сегодня все. Огромное спасибо, что смотрели этот ролик. Пропускал новости и играл в BDSM игры с часовым конвертером. Для вас, как всегда, Штейн. Не пропускайте халяву и скидки. Хапайте пушистиков. Ну и не болейте, не скучайте. До новых встреч!